Здравствуйте, видео сделано сайтом onlinegdz.net, номер 478. Первое. Докажем, что число 217 не делится на 17. Доказывать следующим образом. Разобьем число 217 на слагаемые так, чтобы ответ на вопрос об их делимости на 17 был очевиден. Например, на два таких слагаемых – 170 и 47. Первое слагаемое 170 делится на 17, а вот второе 47 на 17 не делится. По свойству делимости, если одно из слагаемых не делится на какое-то число, значит и вся сумма не делится на это число. Значит, сумма, она равна 217, на 17 не делится. Используя этот способ доказательства, докажем следующее утверждение, разбив данное число на некоторое слагаемое. Итак, А. Докажем, что число 128 делится на 8. Разобьем число 128 на следующие слагаемые. 80 и 48. 80 делится на 8, будет 10. И 48 делится на 8, будет 6. А раз каждое слагаемое делится на 8, то и вся сумма будет делиться на 8. Б. Число 238 не делится на 22. Разобьем число 238 на два слагаемых. 220 и 18. 220 делится на 22. Мы получим 10. А вот 18 на 22 не делится. А раз одно из слагаемых не делится на некоторое число, значит и вся сумма не делится на это число. Значит, 238 не делится на 22. В. Число 385 делится на 11. Разобьем 385 на два слагаемых. 330 и 55. 330 делится на 11. Мы получим 30. 55 тоже делится на 11. Мы получим 5. То есть каждое из слагаемых делится на 11. Значит, и вся сумма будет делиться на 11. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.